Купите мою футболку и получайте добавление в друзья от меня. Ссылочка в описании. Я уже знаю, что в этой игре будет. Наши друзья будут работать. И это тот самый долбанутый разработчик, который будет, ну как сказать, делать всякие апгрейды там, друзьяшки, да. Они будут работать, и мы... Сейчас касцена будет. Да, конечно. Слушаем. Ага. Два часа спустя. Он сказал прям инк. Охренеть, офигеть, это прикольно, реально. То есть получается у нас. Тут разработчик стал намного лучше и начал добавлять всякие приколюхи, типа «твое имя» и так далее. О, эскейт, 50 миллионов, чего? Дружбы? Использовать ПК, нанять друга. Давай начнем с использовать ПК. Друзья, потом больше мест, а потом быстрые работники, но... Прикольно, но а как в них заработать вначале, конечно же? Заполнить камнями. Мне нужны камни. Собрать камень. Положить камень. О, тут намного легче будет, что? Серьезно? А нет, конечно. О, смотри, аватарка, там реально камень. Офигеть. Так. А, нет, не быстро, ну конечно. И что это? Что это? Какая-то маска, наверное. Так, красим. А, нет, не красим. А теперь красим. Во. А, нифига. Мы продаем вещи прямо в тюрьме? Серьезно? Столько ленивые тут работники, что им насрать, что тут люди продают сюда. Все делают, да? Только надо вначале. Ой, Мишка Фредди! Кошмарный Мишка Фредди. Так. И кажись, из Геншина Люмин, или как там ее? Люми, не знаю. Не играю я в него, сразу говорю. Все. Отстаньте. Так. Ну, Мишку Фредди кошмарный, он это кошмар, это не золотой Мишка, а нет, это золотой Мишка Фредди, Фреддер, точнее. Да, я угадал, ну ладно. Кому я это продаю, я не знаю. Я не знаю, но прикольно, наверное. А что я должен с ними сделать? Я должен... надо убрать камень. Все, убрал, давай. Наверное, 3 сердечка заработать, давай. Что мне с ними, вот так вот? Это вы заказывали Мишку Фредди? Вот он. Я оставлю это навсегда. Спасибо вам большое. Окей. Пусть работники у нас будут друзьями, как всегда. Где я? Ой, блин. Вот это да, у тебя, конечно, у тебя эта способность. Я бы тоже так хотела делать. Следующий стоит 15. Так, ну давай тогда Чику покрасим. Давай, работай. Давай я тебе сейчас камень принесу, давай. Давай я его заполню сразу. Давай. Так вот сделаю его прям гладким. Вот Чику покрашу, вот смотри. Давай, вот голова Нубика, наверное. Вон работа, ничего, нормально. Вот клей запаковал, давай. И голову Нубика тоже давай закрасим. Сейчас. Во, покрасили голову Нубика. Делаем гладкими фигурки. Давай, сюда. Яблоко из камня. Конечно. Больше. Давай, упаковываем, давай. Все, у него закончились камни. Доминус из камня. Охренеть. Хорошо работаешь. Я прям вообще удивлен, что ты так умеешь. А Доминус какой? Обычный? А нет, это не оверсир, окей. Это какой-то... Хрен сир, можно так сказать. Такого вообще не существует, ну ладно. Все, собираем. Тебе сейчас нового друга, да? Так. А кто заказывал тут яблоко каменное? Вам? Чё она говорит? Да хрен знает, она у нее шляпа говняная. Не спишь? Я знаю, что ты будешь спать скоро. Чё ты врёшь? И чё дальше? Ага, 95. Пока что ни одного из них я не знаю.
Так что какие-то ноунеймы друзья у меня. Все, давай, работаем. А, апгрейды же у меня, точняк есть, я, блин, забыл. Больше дружбы. Опять за... Это, наверное, плюс один. Больше, быстрее работники. Давай быстрее работники, вот. Больше вместимости, давай. Давай посмотрим, сколько дадут. Ну, 6, нафиг мне надо было покупать. Блин, хрень полная. Пикачу делаем, да? Давайте я вам еще камни дам. Так, что? Сам не могу предположить, что это может быть. Какашка? Нет, не какашка. Специально, наверное, так сделали, чтобы мы думали, что это какашка, но это дерево. Ладно. Доминус, вот сейчас настоящий Инфернус. Давай. Пикачу. Опять чику делаем. Зачем кому-то каменная чик? О, Марио, нифига. Не, вообще, конечно, старайтесь. Я вообще удивлен. Дальше работаем. Кто там? Что это, я даже не знаю. Что это? Пистолет? Такого размера? Вы точно? Вы точно все правильно по чертежу делаете, да? Ладно. Не буду спрашивать, как они это делают. Ух ты! Я не помню, как называется. Ну, не ладно, пофиг. И Бонни. И Банза. Давай, Банза-кролик. Вообще крутая эта поза у него. Ну ладно, Марио тоже крутой, давай, все. Почти всех знаю, кроме пистолета. Ну, пистолет какой-то ноунейм просто. Опять новый пистолет. Второй пистолет тоже ноунейм. Так, вот это корона из домино. Нифига, ты работаешь за меня? Вот это подгончик, вот это подгончик, да? Так, все, я, короче, продавать пошел, давай. Удачи. Планшет тоже запаковывай. Она даже на АФК встала, охренеть. Так, кто заказывал доминусов? Вы что ли? Вот вам. О, это сделал мой день. Очень крутые подарки, спасибо. Куда пошел? Охренел? Ладно, мы сейчас новых купим. Не хватило? Что это? Фичка Винск? Винск? Так, это что? Мистер Крабс? Нет, ну это прям... Шкибиди, топ-топ. Ладно, все, задолбал вас. Так, кошак из камня. Причем... Чё? Не, ладно. Что это? Пингвин? А, пингвин. Пингвин? Да. Пикачу опять, давай. Сейчас у вас будет новый друг, либо прокачка. Давайте-ка лучше новый друг, а то я задолбался их полировать. Или что там, краска, да, не хватает? Краска им нужна, да, все. Ура, краска, давай, работай. Ну, значит, остальное я буду делать сам, да? Ну, все, значит, продолжаем. А, вместимость 10? Ни хрена, плюс 5 сразу. Ну, это хорошо, давай. Тогда прокачаем быстрее работники. Хреново. А, да, я же должен делать. А, да. Все, только запаковываю. Отлично. Так, ну все, тебе больше не нужна работа, уходи. Я сам. Ладно. Она все равно потом уйдет. Не-не-не-не-не, без работы ты не останешься, работай. Так, зачем? У меня нет денег. Фу, ты деньги. Дружба. Я стесняюсь спрашивать, что... А, это шляпа, блин. Сразу не подумал. А, я не взял подарки. Возьмем подарки, 7 штук. Это ваш. Ты чё, охренел? Ты что, издеваешься? Это что ты можешь сделать? Серьезно? Тут даже людям не может не нравиться. Офигеть. А, это лучшее, когда мне делали за последнее время. Так, ну ты все еще работаешь. Ну хорошо, хорошо. Так, это какой доминус? Это опять хрен сир, окей. Хрен сир, это хорошо. Не настоящий доминус. Так, давай прокачаем продажу. Прокачаем продажу. И все. Пускай пока так будет. Камень мы и так быстро делаем. Рано или поздно она уходит, но я же говорил. Че я не понимаю, ей нужно? Так. Бусты. Автособирание.
Такая картинка. Автозаполнение. Это вообще... Как разработчик вообще до этого додумался? Он каждые игры прям быстро делает. Я не знаю, как он это делает. Это реально, это шедевр у него. Новая фигурка. Собака. Давай посмотрим, как она в цвете выглядит. Давай. Я верю в тебя. Покажи мне цвет. Ну. О, немножко она такая. Пианино? А нет, это аркада. Ладно. Это кошмар? Или это Фредбер? Да, все-таки кошмара тут нет, то только Фредбер. Ну, пофиг. О, Соник. В Т-позе, смотри, Т-поза от Сонику. Фей. Так, опять Шкибиди топ, ну нафиг нам надо. Вот поэтому, наверное, вот этой челехе не понравилось. Потому что там был жирный крабс. Давай вот этому челу дам. О, смотри, у него крутая такая шляпа, которая у меня тоже есть. Такая прям реально крутая. Ютуберская. О, видишь, ему понравилось. О, спасибо тебе. Это то, что мне нужно было. Да, да. Амогус? Ладно, нет. Так, ну я опять должен работать. Халк! Что с Халком? Что сделали? Что с ним? О, это что? Бочка? Вафли? Вафли прям такого размера? Странные какие-то у меня друзья. Где я их вообще откопал? Никто мне не скажет, ладно. Так, все, вот вам камень. Работайте. Так, что бы прокачать? А сколько стоит у нас друг? 200. И что это? Это Керми? Кермит или как его там, да? Угу. Шоколадка? Телефон? Телефон. Это планшет, ну ладно. Домик? Молоко? Или хрен знает что? Молоко. Ну, ладно. Странные какие-то у вас тут, конечно, жирные фигуры. Очень прям странные. А вот это что? Это бургер из камня? Реально, как они это делают? Больше всего работает вот этот первый, потому что он камень прям такой вот фигуры делает, охренеть. А вот это что? Что это? Пока что не знаю. Мику, что ли? Да. Нет, что за хрень? Я не знаю такую. О, это же этот... Хрен знает, как его зовут, ну ладно. Парень. Так. Все, опять камень кончился. Сейчас я вернусь, давайте. Я продам. Да ты охренел? Вы что, вдвоем ударили меня? Вот, смотри, какой аксолотль хороший. Ты думаешь, айфонет, я ничего не прочитал? Ладно, они что-то мы заорали. Новый друг! Ура! Я отдыхаю просто, все. Бесконечно. Чё с тобой? Чё это за Бен? А чё тут за звездочки сейчас были? Они же все равно спать будут, точняк. Но я слежу за вами. Я слежу за вами. Давайте, работайте. Я не отойду. Шо это? Ага, понятно, ни хрена не знаю. Так, бургер. Вот сейчас это... Мику или что это вот? Вот, а вот это Мику, а вот что было до этого, какая-то хрень, не знаю. Камень. Дороговато. Давай-ка лучше вот этот прокачаем. Два камень еще прокачаем, чтобы отдыхать больше. О, ровно хватает на 20 вместимости. Отлично, отлично. Сейчас будем отдыхать и зарабатывать дофига. Кстати, уж что это? Только сейчас заметил, но я тут не провалюсь, да? Ну, круто. Давай посмотрим на другие базы. Let's go, давай. Что у нас тут? Ничего здесь? Да ладно. Прям вообще ничего нету, да? Тут даже подарок от самого Роблокса, охренеть. И говоришь, ничего? А это что? Это пистолет, как всегда. Тут новые фигуры есть, которые я еще не видел. О, наушники, к примеру. И все. Да, больше тут других нету. А нет, это не Соник, смотри-ка, это не Соник, это Шэдоу вроде. Или Супер Соник, а это Супер Соник. Что это? Кстати, вот это первая моя фигурка была, я больше ее не встречал. Только сейчас встретил. Курица из камня, отлично. Опять Супер Соник. Да ладно, все, задолбался смотреть. Наверное, каким-нибудь... Да блин, а... Каким-нибудь Уэнсдей там еще будут.
Тут еще, кстати, есть. Нифига. Ну, тоже хорошо. Три ряда целых. Охренеть, что это было? Дракон. А смотри-ка, тут джинсы. Странно. Это шорты были. А смотри, они золотые. Так, я уже знаю, что я хочу в этой игре. Но это надо долго играть, поэтому... Сила паузы. Пау! И вот он момент истины. Золото. А дальше 20 тысяч, ну это прям вообще капец. Но игра реально намного легче, чем прошлая, потому что тут они даже не засыпают, видишь, они работают. Так что можно просто оставить вот здесь на АФК, ну, хотя я сейчас я вообще могу купить друга, и все. Все, я прошу игру, можно так сказать, потому что я не бесконечно был. Да блин, еще надо. Вот, берите. Берите и разбирайте халявные ресурсы, если вы настолько плохо работаете. Окей. Сейчас я еще прокачаю их. Ну, наверное, на деньги и на скорость. Скорость прям тут вообще нужна. У них тут подольше скорость. Вот, все. Теперь намного легче стало. Но тут осталось только... Давай посмотрим, как они выглядят, конечно. Фигурки из золота. Кстати, мы их быстро делаем, да? Ну, работники будут их дольше делать, а мы их прям реально быстро делаем. Давай посмотрим на золотого. Не помню, как его зовут. Но он из Гриффинов. Давай продадим один. Хотя я мог там посмотреть цену, ладно. И смотрим. 155 за одну. Вот это я понимаю. Вот это еще продадим тебе тоже. Ой, какой хороший у нас Невер тут. Ладно. С вами был Робот Инкинг. Всем пока. Ну да, пока.